О, Игоряк, здорово! Здорово! Ты что делаешь-то? Прогуливаешь, так сказать. Не хочешь со мной на заброшечку гаднуть? Я не против, лови телефон. О, давай! Нормальненько. Сейчас, сейчас спущусь. Сумку не видел? Сумка вон сзади. Че, валим? Ну теперь на заброшку можно. Погнали. Гарик, что, как пойдем на заброшку? Через пути РЖД. Ну тогда погнали. Да менты, валим, валим, валим! Меня чуть менты не поймали. А мне собака чуть жопу не разодрала. А где Колян? Всем привет, это Монах Синема. В тот раз я не смог пробраться в бункер. Но вот Игоряха реально мне сегодня помог вообще прям. Такую дорогу показал. Оказывается, есть другой вход. Вот. И мы сейчас в этом входе и сейчас попробуем проникнуть. Уже первый артефакт нашли. Вот. Короче, идем дальше. Игоряха, давай, веди нас. А, кстати, ты мне не дашь фонарик один? На всякий случай. Ага, это так, на всякий случай. В принципе, слушай, здесь походу сыро было. Да, потому что вот еще... Замок срубленный. Да, да. Провод какой-то. Ну, кстати, слушай, покрашено, как будто реально, ну, все работает, все действующее. Угу. Вот. Дверь открыта. Мы, кстати, эту дверь попробовали шатнуть и ужаснулись. Какая же она все-таки тяжелая. Смотрите, с каким грохотом она сейчас закроется. У-у-у. Тут болтики выкручивали. Еще что-то. Ее реально просто тяжело открыть. Заржавело. Да, вот тут вот. Там механизм. Угу, угу. Так, вот здесь был 100%. Ну, от него ничего не осталось. Да, не до конца так разобрали. Это провода тут повырывали, видно. Ржавчина. Что здесь снаружи написано-то? Угу, угу. О, сеточка. Так это смотри, Катя, ты видишь, это что он белое, а где провода эти должны? А, это уже современное, да. Что-то. Да, сюда клячили-то. Угу. Дверь номер 3. Выход открыто-закрыто. Смазано, кстати. Да. Однако. Так, это похоже. Это вентиляция 100%, да, тоже, видишь, открыто-закрыто. Здесь все в воде. О, слушай, а здесь Новый год, что ли, был, да? Елочка валяется. Две. Две. Здесь, походу, был песок. О, мы делаем ремонт. Мы с вами, звоните. Не ломать, пожалуйста. Пожалуйста, пишется. Так-то. Опа. Видал? Да, заходи. Слушай, а здесь много, смотри, воды было. Смотри, уровень какой. Да. В ящике. Так вот. О, ничего себе, тут по колено воды, оказывается, было. А, слушай, это стеллажи, что ли? А, нет, это, наверное, кровати. Слушай, точно. Кровати, да. Кровати. Потому что вот это, наверное, подголовнички. Угу. Слушай, отопление было. Ботинок какой-то валяется. Тоже вентиляция есть. Ну, потолок такой, кстати, на самом деле высокий. А, ну, маленькое помещение. Маленькое. Это что, туалет, что ли? Глянуть, глянуть, где? Но от него ничего не осталось. Ну да, либо ну, плакат какой-то висел. Еще две. А, еще две кровати. Да, 100% кровати. Да, информация. Сейчас, да, дойдем до нее. А, вот еще одна кровать. Ее просто сдвинули. Однако. Сейчас я вот сюда зайду, гляну здесь что. А, ну это санузел. Это санузел. Ну, туалет, конечно, разбили. Раковину разбили. Как ты думаешь, кто разбил? Молодежь. Молодежь. Насколько там глубоко?
Может... Когда слишком чистая вода. Ага, еще один туалет. Два... А, мужской, женский, наверное? Походу, да. Дай заглянуть. Да, а, вот, слушай, тут писсуар даже есть. Тоже разбитый. Значит, мужской, женский. Да, кстати, дерьмецом-то попахивает. Еще одна койка. Еще одна койка. Слушай, вот это, наверное... Это отопление. Или вода, наверное, слушай. А, питьевая вода. 500 литров. Питьевая вода. Бак запаса воды. 500 литров. 500 литров. Короче, здесь запас воды на тонну. Нормальный ход. Там здесь еще есть вода. Ага, я понял, где я должен был зайти. Там. Да, вот, скорее всего, я должен был зайти именно вот тут. А, вот в этой, короче, вот сюда я не смог попасть. Потому что с той стороны эта дверь наглухо заварена. Наглухо заварена. И она, кстати, открыта. Вон, видишь, засовы открыты. Ставень. А вот там ты что? Ставень. Ну-ка. Походу, мультифицированный бак. Да, слушай, а на самом деле все смазано, все было новое. Это просто молодежь, короче, все поломала нахрен. Какие-то пакеты новые. Кто тут, кстати? Кто с этого? Или вот отсюда. Вот, скорее всего, отсюда. А, возможно. Видишь, затвор. О, кстати, фонарь. Фонарь. В который немало стоит. Ух ты, ничего себе. Да, да, воды, воды на самом деле прилично. Во, кстати, фильтра стоят воздушные. Они вот здесь вот где-то должны быть. Смотри, вот воды было вот так вот. А, да, видно по уровню. Короче, слушай, по колено, больше, чем по колено здесь воды было. Да. Нормально здесь плавало. Это мы еще удачно зашли. Закрыто, открыто. ГК-5. Термометр. ДК-1. Там термометр, кстати. Термометр. Давай заснимем. Ой, я провалился. Слушай, а он что, ртутный, что ли? Походу да, потому что он лопнутый. Нормально, ведь сейчас все поймаем за белочку. Да. Вот, походу, вот здесь вот должны были крепиться эти фильтра, которые вон поотодрали. Три. Раз, два, три, да. Вот, походу, здесь на самом деле сильно. Ну, это потому, что здесь вода стоит и никуда не девается. Слушай, маленькое помещение, но на самом деле... О, видишь, еще одна заглушечка. Много всего. А как это она тут работает? Как-то работает. Не знаю. Короче, клапан какой-то. Видишь, он работает. Не сигнал какой-то? Нет. Уверен. Это вот должно было тут вот как-то поворачиваться. Во. О! И вот он клапан, видишь, открывается. Так, закрылся. Так, закрылся. Его можно заблокировать. Его можно заблокировать. О! И он все, не работает. Видал как? Это что, это плесень, да? Это да, видишь, из-под стены лезет. Пипец, не вот здесь было просто не. Вот еще один такой же клапан. Видишь? Угу. Здесь что из вещей-то? Бутылки какие-то. Бухали тут что-то, да. На Новый год здесь сидели. Согласен. Кстати говоря, стой. Не спросить, образец удостоверения еще более не тяжелый. А, нет. Нет? Здесь ничего не видно. Пойду, короче, вот это попробую.
посмотреть, что здесь такое-то. Так. А, это нормативы, одевать противогаз, туда-сюда, короче. Отлично, 15 секунд, хорошо, 20 секунд, удовлетворительно, 25 секунд. Ну что я тебе могу сказать, больше здесь в принципе смотреть не на что. Елочные игрушки, аптечка вот валяется. И у меня ноги в чем-то вязнут. Да, и вот, кстати, щит-то пожарный, вот это новый, современный. Выключатель, видишь, это включить, выключить. Все. А это не ощущение было? Это, по-моему, от магнитолы. А может, и очечник. Ну, побольше похоже, что это голова от магнитолы кладется туда. Да, я помню, очечник. Вот. Пол он просто насквозь. Угу. Да. Все? Что, смотреть здесь больше не на что, как я понял. Еще одна живая осталась. О, да не, их здесь полно валяется. Вот. Ну что? О, наклейка на тебе. Валим? Реально, вот он уровень. Да, выше колена. Топило тут неплохо. Ну, ты знаешь, относительно на самом деле здесь тепло. Да, ну теплее, если ничего на улице сравнивать. Угу. Ничего здесь. Кроме сапога и ящика. А здесь и быть ничего не может, потому что на самом деле все, что было, уже разворовали давно. Да, дверь, конечно, серьезная. Серьезная. Да. А Колян-то где? Подожди, стоп. Я думал, он за тобой пошел. И так и было. Ну и ладно. А, кажется, да. И где-то чай еще найдется. Кушать захочет, прибежит. Погнали? Да.